Добрый день, уважаемые дамы и господа. С вами Владимир Добров. И мы отправляемся на полуфиналы онлайн-олимпиады. О тех событиях, о тех перипетиях, которые случились на этой стадии, мы сегодня поговорим о самых интересных моментах. Итак, путь сборной России к финалу и к победе был непрост. И в полуфинале нам предстояло бороться с очень грозной командой США, которая была весьма представительна, ну и буквально не хватало каруаны для с Накамурой для полноты счастья. Ну и так, Уэсли Со хорошо работал на первой доске. Ну а Индия с Польшей все решалось на тайбрейке, и тайбрейк оказался в пользу Индии. Непростые матчи, о них мы сегодня и поговорим. Я попытаюсь показать вам наиболее интересный момент. Итак, начну я с матча Польша-Индия. И здесь, безусловно, противостояние Яна Кшиштофа Дуды и Вишванатана Ананда решало вот этот исход матчей. Но, однако, не они стали героями. Безусловно, Дуда играл блестяще. Черными обыграл Ананда в первом матче. Но Ананд оказался непрост. И мадрасский тигр нанес разящий удар во втором туре. Таким образом, Индия сравняла счет. В первом матче поляки взяли верх. Итак, в этой позиции мы видим, что позиция весьма сложная стратегически у белых. Несмотря на то, что у них два слона, и один из слонов находится в заточении на один. Но белые обладают мощным центром. Итак, в этой позиции она делает ход, который даже программы сразу не советуют, и ход оказывается крайне интересным, стратегическим. Ход F5. F5 очень классный ход, очень классный пример. Ход, прорезающий поля в центре, в частности поле D5. Идея этого хода заключается в том, что после F он делает просто ход ладья F8. Очень сильное решение, которое опять-таки не входит лучшие линии программ. После этого Виши захватывает инициативу, достаточно строго играет, очень практично. И в дальнейшем, вот мы сейчас посмотрим, какое было передвижение. Поле Е3 зафиксировал для вторжения. И белые попытались этого коня оттуда выкурить, но давайте посмотрим. В общем, Дуда хорошо защищался в целом, и позиция была до поры до времени совершенно неясной. Здесь можно сказать, что белые все свои вопросы решили, но в этом противостоянии должен был кто-то победить, как говорится. После таких вот разменов возникла сложнейшая позиция с разноцветом, разнопольные слоны. Как говорят, во все стороны равны, но это далеко не так. Мы уже об этом говорили, что именно при наличии тяжелых фигур разнопольные слоны носят очень серьезную опасность могут принести. Итак, вот возникла следующая позиция. Виша пошел вперед, g4, fg3, попытался вскрыть позицию белого короля, и Адуда здесь немножко начал волноваться в какой-то момент. Все было до поры до времени спокойно, но вот ход слон e3, ферзь f7, не безошибочная, понятно, была борьба. И вот возник такой вот эндшпиль вскоре. Вскоре возник такой эндшпиль, где у белых 4 пешки против 2 у Ананда. Но Ананд здесь совершенно каким-то колоссальным упорством эту позицию не просто спас, но и даже удалось ему и выиграть, забегая вперед. Итак, пешка c побежала. Дуда сделал акцент на своих проходных на фланге. Однако, вот давайте посмотрим, что же произошло здесь. Ладья d1, g6 пошел Дуда, полагая, что его ферзь проходит быстрее. Конечно, не было никакой необходимости, можно сыграть король f2, и позиция белых, конечно, лучше, близка, наверное, к победе, но давайте посмотрим. Слон бьет g6, король f2, и слон бьет h5, зевнул Дуда такой вот мотив, после чего белые прикованы к защите ладьи e1, и позиция их плоха. Итак, слон g4, слон f5, слон перестроился в защите пешки c2, также он следит за движением e6, который, в общем, Дуда и продемонстрировал. Но после слон бьет e6 выяснил, что позиция просто-напросто плоха. Опять-таки, последовал несложный перевод короля, и белые таким образом закончили
эту партию. Неплохое достижение Ананда, но я бы отметил именно ход f5, как стратегически очень сильный ход. И обратите внимание, насколько глубока была идея Ананда. Итак, ну, честно сказать, большинство партий и в матче Польши и Индии было не таким интересным, как Россия и США, потому что мало того, что мы болели именно за Россию, и приставка суперматчем, безусловно, присутствовала, само напряжение и качество партий в нашем противостоянии было запредельным. Итак, нам удалось в первом матче, несмотря на наличие достаточно подозрительных позиций, удалось навязать свою борьбу, и в первом матче с Америкой у нас, в общем-то, произошло ряд достаточно серьезных спасений. Напомню, что первый матч с американцами сложился достаточно грустно. Как сказать грустно? У нас очень плохо стоял Даня Дубов, и я покажу момент, где у него было все нехорошо. Ну и были некоторые проблемы на других досках, но в итоге наши на характере сумели выиграть. Ну, выиграли прежде всего наши девушки Александр Горячкин и Александр Костенюк. А ребята отбивались. И только лишь Полина Шувалова, к сожалению, проиграла в одном из этих туров, в первом туре. Ну и, соответственно, плюс один. Это был очень хороший результат для тех позиций, которые мы имели. Итак, у Шенклунда с Дубовым была следующая позиция. Но здесь вот по дебюту у белых колоссальный плюс на доске. Я не буду сейчас слишком много заострять внимание. Просто покажу некоторые моменты, как партия развивалась дальше. Здесь вот мы видим, что произошло буквально через 10 ходов. У белых серьезнейшая инициатива. Ходом f5 последним белые прорезают пункт e6. И впоследствии возник вот такой вот крайне неприятный разноцвет, в котором Шенкланд играл, может быть, не самым лучшим образом, но все-таки имел лишнюю пешку и большие шансы на победу. И вот мы видим, что вот эта позиция, конечно, крайне тяжелая, потому как слон с ладьей здесь очень здорово работает по отношению к пешке g7 и возможность организации атаки на королевском фланге. Ну и впоследствии Шенкланд просто-напросто не забил в пустые ворота. Сейчас мы этот момент увидим буквально через несколько ходов. Эту позицию, как говорится, во время трансляции Женя Томашевский уже сказал, что здесь все, в принципе, понятно. Очень тяжело, конечно, защищаться, но позиция совершенно безнадежна. Но случилось такое вот мини-чудо. Сейчас мы увидим. Белые напали на мат в один ход. Грозил ладья e7. Ну и последний ход от черных был d4. С целью обеспечить поле d5 для того, чтобы король убежал. И здесь феноменальным образом Шенкланд, имея достаточно много времени, не сделал ход c4. Который, в общем, позволял поставить мат в один ход. Ну и здесь, по сути дела, Даню, не знаю, наверное, уберегала Каис от такого неприятного поражения. И, как ни странно, Шенкланд сыграл ладья e7 сразу, съел на d4. Конечно, позиция остается выигранной, но дальнейшее, ну, как говорится, без комментариев, что произошло дальше. Произошли какие-то движения на месте, в итоге трансформация некоторая произошла, то есть вот в такой эндшпиль возник, конечно, здесь шансы определенно остаются. Белые, естественно, свои позиции все еще имеют плюс, но уже немножко не то. Хотя пешка c, конечно, здесь с пешкой h должны решать. Ладья f2, король g7, король e5, ладья f6. Ну, вот это вот можно было без этого обойтись. Можно было просто дать шаг слоном и продолжать движение пешки c и пешки h. И вот в такой позиции феноменальным образом совершенно произошел следующее. c6, слон e4. И здесь Шенкланд забыл дать шаг на f4. То есть, дай он шаг и пойдет c7, партия завершалась бы достаточно быстро. Шенкланд же сыграл c7 и забыл, что король его находится под шахом. После ладья c7 позиция ничейная. Слона всегда можно отдать в крайнем случае за пешку h и партию завершить в ничью. В общем, такое вот чудо, мини-чудо произошло на этой доске. В этот момент произошло еще одно чудо на другой доске, и наша команда выиграла этот матч.
Ну, а другая партия, крайне интересная, Ксюнг с Есипенко, это уже матч второго тура, в котором решалось как раз-таки, решался победитель этого общего противостояния. Крайне интересные партии были на всех досках исключительно, и у Америки, конечно, были очень хорошие шансы во втором туре сравнять счет. Итак, значит, ну, это длинная теория, которая не подвластна, как сказать, простому смертному. Здесь, безусловно, идут теоретически такие сложнейшие разработки. Ну и вот впоследствии, после таких вот телодвижений, что является определенной теорией, я, честно говоря, не был с ней знаком, но то, что это была теоретическая линия, это было понятно даже ежу. Впоследствии Андрей стоял хорошо, но вот в какой-то момент что-то пошло не так. Но зато пошло, как обычно, на других досках что-то хорошее. И второй матч сложился для нас крайне опасно, потому как Уэсли Со с дебюта захватил инициативу матча против Александра Грищука. Ян с Шентлендом стоял хорошо с дебютом, и эту партию посмотрим в конце. Но от Александра Горячкина, к сожалению, проиграла Кариси Ип. Там непростая была партия, в общем-то, многострадальная партия совершенно. В общем, там все тоже решалось на секундах. В то время как Александра Костенюк принесла победу, важную победу Санны Затонских. Ну и, в общем, все партии были результативные. То есть американцам не хватило полочка, чтобы завершить этот матч в свою пользу. Таким образом, нашим спасли матч и вышли в финал. Но как это было? Давайте посмотрим. Вот такая была неоднозначная интересная позиция в партии Андрея. Ладья d1, g6. И не знаю насчет хода g6. Может быть, стоило попробовать. Прошу прощения, сразу показал конец. Может быть, стоило попробовать сыграть по-другому. Может быть, имело смысл пойти h6. Но вроде как все под контролем. Ну, единственное, что грозит мат на d8. Поэтому Андрей играет h5. Все под контролем. Ладья d3, ферзь g2. И активность у Ксюнга некоторая существует. И вот здесь вот, может быть, стоило сыграть ферзь g4. Поточнее, таким образом, попридерживая этот седьмой ряд. И дополнительно пешку f обеспечивает движение. После ладья f8, ферзь c7, у белых появилась такая тактическая идея, как ферзь бьет f8, ладья d8, мат. И пришлось давать шахи. Очень неприятный ход ферзь c7 оказался. И вот здесь произошло следующее. Ферзь b6, прикрывая поле d8, ладья d6 и ферзь a5. После ладья d5 возникает достаточно удивительное повторение ходов, так как ферзь не может удалиться с этой диагонали из-за угрозы ферзь бьет f8. Однако, давайте посмотрим, что же произошло. Продолжил Ксюнг играть на победу, потому что видел, что ситуация на других досках неоднозначная. И, конечно, только победа нужна в матче. Поэтому пытался закрутить. Последовал ферзь f2, король b1. Последовали шахи. Ну вот король побежал через a3. Обратите внимание, король каким-то образом убегает. А в то время как у белых возникает страшнейшая идея, связанная с ходом ладья g6, ферзь g7, мат. От нее не так просто защититься. Ферзь a1, король b4, ферзь e1, король b5. И вот выяснилось, что после вот этого движения король убегает от шахов. После a6, король b6, ферзь e3, король c7. Король такой вот совершенно невероятный маршрут проделал до поля c7. И от взятия на g6 нет защиты. Попытался Андрей защититься, но последовал ладья бьет g6, король h7. И здесь была мини-тактика, которая сразу решала эту партию. Мини-тактика, я думаю, что вы сами уже нашли. Это связано с ходом ладья h6 шах. В случае взятия следует мат в два хода, а в случае ухода на g8 можно позабавиться такой красивой идеей. Однако было все более прозаично, просто последовал ладья g7 и ферзь бьет f8. Здесь Андрей после шаха и закрытия ферзем на d6 признал свое поражение. Совершенно сумасшедшая партия, безусловно, интересная. И надо отдать должное, что Ксюнг, Джеффри Ксюнг эту партию провел, несмотря на то, что он прошел через поражение, весьма
весьма хорошо, потому что бойцовские качества, конечно, были на высоте. Ну, идем дальше. Вот такой в этот момент имела позицию Александр Костенюк, и ничего не предвещало для черных беды, потому как с пешкой аж бороться достаточно элементарно можно, ну а конь на e6 всегда белого короля может отбросить назад. Ну, так и произошло. Ладья h1, конь e6, король e3, и вот после ладья h8 Саша попыталась здесь наладить какую-то игру, связанную, видимо, с ходом f4. И вот неоднозначный ход d5 от Анны Затонских последовал, после чего возникла такая вот ситуация. Немножко неуверенно здесь встал конь на f7. Ну, давайте посмотрим, что было дальше. Конь взял на h6, поменялось на f5. Здесь уже у Саши было все под контролем, и позиция уже у нее чуть лучше. b6, король d2. Может быть, стоило сыграть как-то слон e4 более аккуратно, и потом впоследствии все-таки эту пешку съесть. На это были, я думаю, что хорошие шансы. Ну вот, такой вот нервный немножко исход после хода слон g4. Возникла как раз-таки ситуация, где Анна Затонских, по сути дела, вывела нашу команду в финал. Она сделала сумасшедшую ошибку колоссальную. Ну что сделать? Такое случается. Очень печально это видеть в исполнении девушек. Это то, что они особенно переживают после таких упущений. Ну вот, после хода король e5, я думаю, каждый из вас сейчас уже ход за белых нашел. А если вы не можете найти, сделайте, поставьте паузу на видео и найдите следующий ход. Прошу прощения, Александр сыграл слон h5, вырезая таким образом коня от игры и обеспечивая полный цугцванг у черных. После этого белые легко выигрывают партию, потому что у них очень много дополнительных ходов и в дальнейшем, по сути дела, дело техники, весьма простой техники. И здесь Анна признала свое поражение. Ну и, конечно, крайне интересное сопротивление Сэма Шенкланда против Яна Непомнящего. Противостояние было безумно интересным и действительно сопротивление, как я сказал, потому что на позиции на диаграмме Сэм решил сыграть конь d7 и, по сути дела, вот такую позицию весьма неприятную с дебюта получил с королем в центр. После ладья d1 вернулся на f6, опять b5, прошу прощения, взятие b3. Ну, может быть, стоило сыграть как-то почетче, но вообще хорошо здесь играл Ян, однако в какой-то момент он упустил большой перевес. Сейчас посмотрим, в какой момент, что Сэм хорошо здесь перестроился. Возможно, какие-то лишние были ходы. g6, ладья a3, ладья b8, к пешке опять пристал, но пешка b3 не менее проблемная, чем пешка a5, а конь встал на c5, и здесь можно уже констатировать, что черные решили все свои проблемы. Однако, вот что произошло дальше. h4, h5, король h2, король f8, ферзь f3, ферзь d8. Все поля прикрыты, у черных все прекрасно. Более того, поле d4 при случае в опасности. И приходится уже Яну играть аккуратно. То есть он переводит коня на d2 и играет на победу. Сэм играет a4. Разумный ход, взятие на a4. И вот после хода ладья c2, вот у него был очень сильный перевод коня на d4. Он этой идеей не воспользовался и вернулся обратно, после чего Ян тут интересную идею применил. Естественно, все закончилось в классическом, как говорится, стиле. Ян пристроил мат. Ферзь e3, ладья a6. Немножко беспечный ход. Можно было сыграть поаккуратнее король g7 и держать эту позицию дальше. Но вот после ладья d2, опять-таки, почему-то короля он решил не отправлять на g7, последовал ход a5, и вот после хода ладья b3, взятие ладья b2, феноменальный зевок последовал от Сэма Шенкланда. Он забрал просто на a5. Еще не поздно было уйти королем на g7, и в целом позиция даже после взятия на b3, ну, в общем, что, ну, чуть похуже у черных, но не более того, потому что пешка на f2 весьма серьезная. Пешка на опять тоже, скорее всего, упал. Ну вот после хода конь опять последовал мгновенный шах и выяснил, что у черного короля нет хороших ходов. Мгновенное вторжение по восьмому ряду. И после король d7, ферзь f8 выяснил, что просто-напросто нечем защищаться.
И конь на e3 пришел вовремя, как обычно. Все приходят вовремя, и нет защиты от мата. Слон на слон, бьет d5, последовал бы ход ферзь c8. Вот таким вот образом сборная России вышла в финал. А о финале мы поговорим в следующем видео. Поздравим наших с победой. Ну и посмотрим новые интересные моменты. Пока, до новых встреч.